когда в один прекрасный момент ты влюбишься, ты вообще не сможешь от этого удержаться. У тебя голову снесет так, что мама не горюй, ты никого не послушаешь, и бизнес твой продашь. Сколько людей таким образом прогорали, оставались ни с чем у разбитого корыта, но зато они ощущали себя счастливыми от того, что они любят и любимы. Если я решила стать мамой, если я стала женой, мне, собственно, и не нужно играть никакую роль, что я его люблю и что он у меня хороший, и я такая, какая есть. Это, мне кажется, неплохо, потому что женщина забыла, для чего она явилась в этот мир, что она мама, что она жена.